зоне высадки жарковато. Сброшу тебя подальше, чтобы нас всех не взорвали. Ценим твою заботу. Похоже, твой дедушка в осаде. Да, он никого не оставляет равнодушным. Если Кловис в опасности, то и наша миссия тоже. Ого, так и запишем. Защита периметра все еще смертоносна. Что-то не так. Башни не принимают мои учетные данные. Система защиты наводит на тебя оружие в укрытие. Ни за что не поверю, что Дому спасения удалось взломать фаервол Кловиса. Вексы могли бы, но он бы скорее взорвал лабораторию, чтобы не покрыть себя позором, потеряв ее. Если есть хоть малейшая вероятность, что он... Нельзя упустить единственный шанс восстановить военный разум. Да, я попытаюсь сообщить ему, что мы рядом, чтобы он не наделал глупостей. Криптолит? Не может быть. Раньше Зиву Арат избегала Европы. Почему она внезапно решила вторгнуться на территорию Эрмис? Уничтожь их, страж. Пусть останется только пепел.
больше криптолит. Видимо, развертывание не завершено. Хорошо, когда есть простое решение. Связаться с Кловисом пока не удается, но я открыла двери на нижние уровни. Воины Дома Спасения стали гневорожденными. Страшная участь. Но если они покорились свидетелю, пожалуй, это даже логично. Не знаю. Разве Зиву и Эрамис не сражаются за общее дело? Скорее, это временный союз. Сомневаюсь, что Эрамис стала бы кому-то кланяться. Тот служитель светится? Прошу, скажите, что это не бомба. Они тебя заметили. Убей их всех. Как-то слишком шумно. Это боевая песня Зивуара. Пусть умолкнет. Появление воинов Улья — это знамение. Похоже, мы чего-то не знаем. Мне тоже так кажется. Ты что, волнуешься? Криптолиты распространяют волю Зивуарат. Даже одного достаточно, чтобы начать волноваться. Немедли. Кловис может быть в опасности. А в небе над Европой с каждой секундой все больше могильных кораблей. Значит, наша задача... не дать врагам загнать нас в угол. Это еще что? Протоколы лаборатории противодействуют друг другу. Криптолиты порождают конфликты внутри разума и внутри механизмов. Даже самые прочные клинки рано или поздно поддадутся воле Зивуара. Стоп. Кажется, я его нашла. Эй! Кто это? Анастасия? А кто же еще? Ну, разумеется. Срочно сделай с этим что-нибудь. И чтоб без ущерба. Хватит ныть. Страж совсем скоро будет у тебя. Честно, ты опять пообещала то, что не в силах выполнить? Хм, не похоже ни на «Анна, прошу, помоги мне», ни на «Ты нужна мне, меня убивают, ай!» Простого «да» вполне хватило бы. Еще криптолит. Им нужен мой мозг, Анастасия, доступ к которой он им дал.
секреты, которые я храню. Они пытаются меня вскрыть. Им нужны не только его секреты. Им нужен он сам. Они хотят, чтобы он подчинился. Кто-то должен объяснить им, что это собственность компании. Страж. Так-то лучше. Устанавливаю соединение телепортатора. Короче, дедуля, давай перейдем сразу к делу. Анастасия, я приятно удивлен, что ты пришла без сестры. Кстати, что вы мне сказали в прошлый раз? В общих чертах пошел ты. Сразу видно, дипломированный лингвист. А это кто? Я Осирис, феникс темной эпохи, исследователь космоса. Я такой один. Мило. Ах ты нахальный мерзавец. Видишь, он невыносим. Поможем Распутину по-другому. Распутину? Военный разум действует? Как интересно. Исходный код поврежден. Я не могу его исправить. А вот ты можешь. Ты все пыталась научить военный разум чувствам, но не удосужилась узнать, как он устроен. Чего я не знаю? Ты ничего не знаешь, Анастасия. Но ничего, я помогу. Потому что тебе это необходимо. А справлюсь только я. Какой-то нетипичный для тебя альтруизм. Мои мотивы просты. Мучительно смотреть, как песчинки моего наследия утекают сквозь пальцы моих потомков. Самосохранение. Ну да, мотив простой. Хорошо, разделяй протоколы. Я подключу тебя к мастерской. И мы восстановим Распутина. Прекрасно. Все вернется в норму под моим контролем. Военный разум вновь воспрянет. Твой дед просто невыносим. А я говорила, надо вернуть его в шлем.